Итак, ребята, всем привет! Сегодня я открываю сезон пляжного копа. Приехал я не один, а со своим новым комрадом. Вот он мой красавец. Ай. Вот он мой хороший. Конечно, он доехал до суда не очень-то хорошо, тем, что, ну, адаптацию еще не может пройти в автомобиле. В общем, начнем мы с этого пляжа. Походим здесь, посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, Кинг нам поможет в этом. У нас ветер, к сожалению, и я буду, наверное, на бесшумную камеру снимать. Показывать только находки, обсуждать ничего не буду, потому что здесь банально, даже свежие катки здесь есть. Знаете, как только, наверное, снег растаял, сюда сразу приезжали смотреть. В общем, наша цель, задача сегодня просто покопать, получить удовольствие. Будут из находок только советские монеты. Ой, ходячка. Какие советские? Хотя советские здесь тоже попадаются. Вот, так что мы сегодня с Кингом будем здесь копать. Да? Да. Вот, и поживем, увидим. В общем, вступление есть, значит, у нас тоже чем-то сегодня будет. Работать у меня будет сегодня прибор, вот этот турок. Как вы знаете, я его как бы критикую, с не лучшей стороны я его постоянно обсуждаю. Вот, это Nocta Impact. И я хочу в нем идеально разобраться. Я думаю, прибор достойный, и просто я не могу его освоить. Так что поживем, увидим. Еще раз скажу, что у нас ветер сильный, и буду снимать на бесшумную камеру Sony X3000, которую приобрел благодаря вам. Огромное спасибо, кто помогает мне в развитии. Ну а сейчас отправляемся на поиски. Кинг, взять! Ищи! Молодец, хороший собак! Молодец, хорош! А мячик? Мячик принесешь? А? Мячик. Взять! Ай, хорошо, молодец. Хорошо. Молодец. Хорошо, молодец. Умница. Умница. Мы с тобой сегодня не копать будем, а играть. Да? Кинг, да? Устал, что ли, да? Устал? Кто там? Кто там? Где? Где? Кто там? А? Ребят, мы только что вот из этой глубокой ямки достали очень маленькую монетку. И вот она, смотрите. Это в начале видео я говорил, что советики. Вот вам и советик. 89-й год. Что там, Кинка, еще есть что-то? Вот, надо искать монетки. Вот такие вот надо искать. Понял? Понял. Вот. Дальше копает. Может, там еще что есть? А? Кинг. Устал уже, устал. Ладно. Ветер ужасный. Мы продолжаем копать ямы. Вот, и у нас что-то крупное выскочило. Вот они, такие зелененькие. 5 рублей. Звучало очень-очень хорошо. Громко. Ну, пока как-то так. Кинг у нас там копает, корни достает, жует их. Вот, так что к берегу мы не подходим. Не подходим. Вкусно, что ли, Кинг? Вкусно, что ли? Передай привет всем. Привет, да, Кинг? Кинг, передай привет. Вот так, привет. Эх ты. Ладно, продолжаем. Кинг устал. А у меня находка, смотрите, какая. Походу, серебро. Маленькая сережка. Самое главное, интересно, почему она в зацепе.
любопытно. Вот такой вот дельфинчик. Первое серебро этого года. Маленькое, но все же классно. Выцепил. Зачетно. Итак, ребят, ну, Кинг, да отвали от меня. Ребят, вот нашел вот здесь вот пятачок с пятачками. Вот он пятачок зачетный. И пятачок, вот смотрите, с каким большим количеством. 5 пятаков на пятачке. Вот так вот. Тут получается так, что я вот копаю, а Кинг за мной все раскапывает. Вон, видите? Везде раскопал, засранец, везде. Вот. Приходится мне за собой закапывать ямки, за комрадами, а также теперь еще приходится за Кингом. Да, собака, собака, за тобой приходится копать, закапывать. Вот, кстати, наверное, будем закругляться. Погода чего-то портится, ветер вообще усилился, и какие-то тучки. Че, кто там? Кто там? Да ладно тебе. Молодец, охраняет. Охраняет моя собака. Ладно, поедем обедать. Обедать, а может даже и ужинать. Пес у меня проголодался. Что было в кармане, у меня все съел. Немножко взял корма ему. Вот, но все равно маловато. Надо на копы брать миску, чтобы водичку было. Да, Кинг, да. На меня посмотри, Кинг. На меня посмотри, на комрадов. Вот они, какие глаза у нас. И уши такие большие. Уши у нас теперь встали. Неделю назад у нас оба ушка встали. Так что так вот, красавчик. Ладно, идем. Идем к машине. Итак, ребят, вынужден вот в таких вот условиях заканчивать свой видеокоп. Получилось сегодня отдохнуть нормально. Кинг у меня очень сильно устал. Прям умаялся. Не знает, куда себя уже и деть. Но он понимает, что нужно ехать домой, и опять ему придется не очень хорошо. Вот, так что с находками у нас получилось, я считаю, нормально. Тем, что здесь уже ходили. Да-да, ребята, в этом году уже ходили и хорошенечко здесь выбили кругом. Ямки остались, ну ничего страшного. Мы нашли небольшой пятачок именно за машиной. Там вот как бы не особо ходят, и нарвались на большое количество монет и достаточно хорошо порадовали пятачки, прям кулачочек и усыпанные пятаками. Вот, ну ладно, немножко прибор я понял, в принципе копать по старине будем, посмотрим. В ближайшее время мы поедем на новые места, как нам сказали, там шикарно. Ну а сегодня открытие было пляжного сезона и открытие нашего нового друга, комрада. Да, Кинг? Кинг. Ой, что-то он там, блин, увидел за пакетик. Пакетик увидел. Кинг. Кинг-мастер. А, Кинг. Прогоняет, молодец. Охранник растет, вообще огонь. Сегодня всех, кто сюда приходил на пляж, всех облаял. Кого можно. Но из-за него я сегодня к воде не подходил, потому что там прям льдины, и он прям на эти льдины прыгает. Разок так прыгнул, у меня аж прям сердечко чуть не ёкнуло. Вот, потому что достать его было бы вообще проблематично. Так что вот он. Кинг, иди ко мне! Молодец, иди ко мне. Вот он мой красавчик. Вот он красавчик. Машина, он боится еще вообще страх. Да, Кинг? Боится.
Ребят, если кто знает, как приучить собаку к машине, чтобы он прям с радостью любил кататься. Но, знаете, как он сейчас переносит машину, я с ним далеко не накатаюсь. Так что вот так вот. Красавчик. Парню всего-навсего 4 с небольшим месяца. Растет. Кто там, Кинг? Кто-то едет? Кто там? Ну-ка, голос. Кто там? Кто там? Какая-то пипка приехала. Вон. Ну ладно. Посмотрим. Сейчас, может, обзор сделаем. Ну что, ребят, по обзору показывать вам даже и нечего. Погуляли. Пятаков получилось 6-7. Двушки. Один червонец. Вот. Из интересного советская копеечка 89-го. Двушка 80-го. И вот такая вот серебряная застежка на серьга. Вот такая вот дельфинчик. Ну и сопутка такая всякая. Ключ кто-то потерял от газа. Кто узнает, обращайтесь. Вот, кстати, вот так вот получилось. Я думаю, для пляжного копа, для открытия нормально. С серебром открыл. Хоть и маленькое серебро, но все же серебром. Ну а сейчас попрощаемся.